На кольце инструментального завода столкнулись два автомобиля. Повреждения очень серьезные. Участники ждут сотрудников ГАИ. По кольцу инструментального завода движется автомобиль Toyota Mark X. За рулем молодой человек, он с другом решил покататься по ночному Владивостоку. Вот только прогулка закончилась, не успев начаться. Перед седаном неожиданно выскакивает Nissan Qashqai. Дальше столкновение. Ехали и приехали. Все. Ехал справа от нас автобус. Человек хотел проскочить, девушка, как я понимаю, за рулем. Ну все, проскочила. За рулем автомобиля Nissan Qashqai находится автоледи. Она выезжает со стороны проспекта Красного Знамени. Девушка уверена, что автобус ее пропускает и жмет педаль газа в пол. Дальнейший путь автомобиля прерывает удар в левый бок. К месту ДТП приезжает супруг незадачливой хозяйки Qashqai. Мужчина с юмором относится к случившемуся. Рассказывает, что в машину уже въезжали не далее, как полгода назад. Ремонт он намерен отложить до лучших времен.